Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, а также гости моего канала. С вами снова я, Евгений Савин. Как быстро прогружается. И сегодня мы с вами поиграем в Sid Meier's Railroads. На карте Northwest US. Сегодня мы пройдем последнюю карту Америки. И это хорошо. А конкурент гад украл у меня вагоны. Тварюга. В прошлом видео мы скупили бы большую часть фабрик, которые на нашей территории, которые мы возим грузы постоянно. Вот, скажем так. И у нас на прошлом видео скупили конкурента Джима Фиска. Его скупил Джей Гулд. Вот, и завладел его всей железнодорогой. Она не была небольшая совсем. И, в общем-то, я в прошлом видео даже немножко растянул больше, чем надо, чем то следовало, но, может, она и к лучшему потом выйдет. На данный момент у нас 1898 год. Угу. И денег у нас мало даже на скупку одного конкурента. Кто кого скупит, вот вопрос. Остается открытый. Деньги постепенно копятся. Абердин разросся. Это хорошо. Вот давайте подцепим к этому поезду вагон с едой. Нет, один лучше. Change. Select. Так тоже может заменить паровозы. Мотив. Поймал. Select. Все. Готово. Вы видите, новый поехал уже. А что машины стоят? Уже нет, значит сюда он отрубился. В город Дувр. Кстати говоря, это же... Да, можем упасть. Давайте на вторую станцию берем этот мебель. Что там не продаете? Что там продаете? А, песочницу. Бесполезно. Не заманите. Бельмин разросся. Тоже хорошо. Так, может быть, я смогу подцепить последний вагон? Нет. Ну и фиг с тобой. Кейп Мэй разросся, хорошо. А вот Виниланд еще не разросся, значит я не могу сделать путь, не путь, а маршрут из Виниланда в Филадельфию. К сожалению, пока что, увы, не могу. Но, думаю, в скором времени я смогу. Я думаю, что в скором времени смогу. Угу. Почти отдала. Электростанция нам долг. Хорошо. О! Фермер стал больше. И теперь мы сможем больше вывозить оттуда. Точнее, безопаснее вывозить оттуда вот столько скота. Сколько там вывозится. На данный момент. О! Вашингтонская.
фабрика бумаги. Ну или бумажная фабрика, хотите, как называете. Отцепить, да, изначально. Отцепляет потом, ну ладно. Теперь больше не отцепит. Все. Осталось действительно развить Виниланд, тогда я запускаю вот путь, вот этот вот маршрут. Ой, запущен. Так. Не знаю, слышал вам или не слышал, но это мой будильник. И даже не знаю, почему я ему перестал просыпаться. Я думаю, что его приглушила, во-первых, отдаленность мобильника от меня. Во-вторых, еще звуки из игры. Так, понятно, сталь подорожала, хорошо. Больше денег заработаем. Вот, Ванда Сити стало больше. Хорошо. Приятная такая игрушка, в которой почти ничего не делать не надо. Вот, изначально развил все, и только потом, вот, и только потом уже начинаешь что-либо, ну, потом уже начинаешь наслаждаться игрой, просто заниматься бездельем. Просто, да, вот привоз заменяешь, паровозы, дальше. Скупаешь конкурентов, скупаешь фабрики. В общем, делаешь себе дополнительный доход. Вот в чем смысл всей игры. Так, давайте заменим все поезда. Лучше будет. О, все. Нормально. Новенький пускай ездит. Вот, и... Это действительно приятная игра, в которой почти ты ничего не должен делать. Ну, разве что заменять там локомотивы и все. Построил железку, сделал маршруты. Все, ты можешь делать что хочешь. Пойти покушать, пойти почитать книгу, еще что-то. Игра все равно будет безостановочно идти. Пока, к сожалению, не вылетит. То есть ты каждые 30 минут должен ее сохранять на всякий случай, чтобы она не вылетела. Вот, и поэтому, ну, будет как-то неудобно сейчас. То есть, если бы сделали ремейк, который работал бы на Windows 7, 8, даже, возможно, 10 в будущем, да, то вот это было бы тоже хорошо. Потому что эта игра, это надо. Вторая часть. Скажем, вторая часть с картой Европы. Там, где все страны Европы, и даже с картой России вообще было бы идеально, согласитесь со мной. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Карта России. Хо-хо. Это же будет что-то. Да подавитесь в этим вагоном. Смотрите-ка, все города соединили. Ну, тут еще один остался. А, Нью-Йорк остался. По-моему, да, я же говорю, Нью-Йорк остался. А где они опять? Смотрите, недалеко, кстати говоря. Да, недалеко. Да, действительно, из Виниланда доведем путь до этого. До Нью-Йорка. И тогда... Да. И будем туда ввозить нефть. О, извилистые пути, да, согласен. Так, давайте сразу скупим. Оп. Блин, а. Паразит. Не правда ли? Зачем после вагона угря привез? А, он с пассажирами приехал. Станция. Вот у нас уголек. Так, уголек. Да ёпломане. Вот так. Вот сюда. Готово.
Так, смотрим, где это у нас. Ну, один вагон хватит, одного вагона вполне хватит. Окей, все. Ну вот. Все объединено уже. В Нью-Йорке будет тоже мебель. Давайте здесь увеличим производство, потому что я там заметил этот скот. Да, так мы таким образом, таким мы темпом будем долго торговать. Так, а так с двойной скоростью пойдет. Давайте один пока что. Давайте пока что два, потом уже, если не будет хватать, вцепим, отцепим. Потому что этот паровоз довольно быстрый. Смотрим сейчас, будет хватать или нет. Кстати говоря, тут хватает, да, тут хватает. Значит, это вот насчет этого. О, Виниленд разросся, теперь осталось Нью-Йорк сделать и все. Тогда, ну, да, хватило. Хорошо. Отстань. Мне сейчас дерево обстрелывает. Дерево. Мне сейчас бумага абсолютно не волнует. Меня сейчас волнует город Нью-Йорк, который нужно развить побыстрее. Ну вот таким образом хотя бы быстрее рассчитается с долгами наша фабрика. Что у нас с этим городом? Ой, Капмей, блин, а. Вот некуда же будет возить из Нью-Йорка дерево, этот, дерево, мебель. Ну, разве что Виниленд, но он еще не разросся. А, нет, будет куда, смотрите. Из Нью-Йорка поезд едет. Вот, вот, в Виниленде останавливается. Потом где-то в Атланта-Сити. А вот это плохо. Так, теперь у нас Джей Гуд стоит 33 миллиона. 33 миллиона! Кошмар, кошмар. У нас есть 20 миллионов, тоже 36 миллионов стоит. Ужас. Так, отлично. Смотрите, так вот, смотрите. Из Нью-Йорка поезд едет в Виниленд, останавливается. Потом едет в Атланта-Сити, разгружает здесь мебель. Потом едет в Капмей и загружает опять мебель, в этот раз два вагона уже. И разгружает ее в Филадельфии. В таком случае хватает всего. Даже будет где-то убивать. Пускай пока будет так, как есть. Так, хорошо. Но ждем, когда разовьется Нью-Йорк, город. Так, ну это будет походу долго. Очень долго. Шовиньон тоже развит, а хочу из Нью-Йорка начать проводить путь. Уже 40 миллионов джигл стоит. Плохо. Я не знаю, сколько денег мы стоим, но я думаю тоже много. Посмотрите-ка на какой он строке. А, у него даже тоже, ну не, нормально, не страшно. Не так страшно, черт, как его малюют. Говорится. Давайте скупим, в таком случае, нью-йорковскую электростанцию. А он даже не борется. Ну вот так. Хорошо. 40 миллионов он стоит. Кошмар. И акции все время растут. Цена акции. Ужас. Причем быстро растут. Ладно бы, если они медленно росли, а так у меня доход не успевает расти.
Фейдбэкные деньги не успевают. Стоимость его компании растет быстрее, чем у меня появляются деньги. Кошмар. Что-то конкуренты здесь стали умнее. Согласитесь. В Европе они были какие-то тупые. Изначально тоже были какие-то тупые. А теперь смотрите, как его хорошо развиваются. Ну а там отличный индивидуум, а вот развивается вон, смотрите, как хорошо. Видите, как же его развился. Все железки скупил. Это плохо. Даже не знаю, выйдет ли у меня его скупить в итоге дела. Я даже начинаю для себя немножко бояться. Хотя навряд ли меня скупят, навряд ли. Но у меня железка тоже хорошая. Вон сколько, смотрите, сколько городов обвязал уже. Так, давайте сделаем на всякий случай сохранение. Окей, окей. Все, сохранение сделали. О, Атланта-Сити стал самым большим городом. И Атланта-Сити будет электростанция стала самой большой тоже. Ну, большой разрослась, ну, увеличился производство, в общем. Короче говоря, я стал получать больше денег. Это главное. Нормально. Ну уже, я хочу, чтобы город Нью-Йорк был уже развит по максимуму. Не по максимуму, а хотя бы вот такой поселочек был бы. Тоже было бы уже хорошо. Фу, почти отдала. Это бойня. Дуврская мебель стала больше, максимального размера достигла. Так, у нас появился тепловоз первый. Как же ты долго развиваешься, а? Городочек маленький. А у нас еще ездят паровозы. 50 миллионов! Остановись, чувак! Мне тебя не скупить иначе. Кошмар! 50 миллионов стоит. 50! Ужас. На самом деле, ужас. Но я не знаю, что нам уже делать, мы, походу, скупили все фабрики, да, которые только были возможны. А давайте вот этим и займемся, пробежим проверкой. Так, тут уже наши. А вот тут, наверное, не наши. А, нет, смотрите, наши. Так, тут что у нас? Дерево. Он его даже не трогает. Тут ничего не производится. Тоже. Тут тоже ничего. Тут наши. Сколько? 3 миллиона? Ничего себе фабрика заработала. Вот это нам повезло, согласитесь. Наша. Наша, причем давно уже. Наша. Походу все фабрики наши. Нам осталось только смотреть, как это все развивается. Ну и, кстати, он тварь этот конкурентишка, вот... В общем-то, дело такое. Смотрите, берет себе сталь, да? Возим туда уголь только мы. Да и то сам себе мешает. О, еще паровоз последний. Последний паровоз. Давайте заменим вот этот вот именно. И рекорд сразу. Сколько? 98 км/ч. Нормально.
вообще почти не набрал даже. Оска тобой не разрослась в Атланта Сити. Подумал, ура, Нью-Йорк развился, там фиг тебе. О, скотобойня стало больше. Отлично. Но походу скоро придется заканчивать. Я не знаю, вот реально мы не можем, который игру подряд мы уже не можем скупить ни одного конкурента. Ну точнее, последнего конкурента мы не можем скупить их просто. Все. Который раз мы не можем его скупить. Хорошая у него голова, значит. Мудрая, скажем так. Умеет развиваться, это хорошо, но то, что мы его скупить не можем, это плохо. Смотрите-ка, замедлился. Много. 57 тысяч, да? Сколько? Долго будет отдавать. Ну да, сами посмотрите, сколько у него тут путей, да, и сколько у него тут провозов есть. Кошмар. Кстати, я проверим вот это. 15 паровозов. Немного больше моего. Да, у него, кстати, дороже. Профит. У нас почти одинаковая прибыль, а в 1 миллион. В любом случае. Может, 2 миллиона. У него километров пути даже больше. В общем, у него прибыль больше в любом случае. Как-то не пытаюсь его остановить, но у него прибыль большая. Плохо. Очень плохо. Ура! Я вас с этим поздравляю. Нас и вас. Поздравляю вас с этим. Что наш город Нью-Йорк разросся до большого. Точнее, до поселка. Винниленд тоже разросся. Ну ладно, давайте начнем перевозить. Таким образом никогда не дойдет дело. Сюда. Цепляем еду. Два вагона. Опять два вагона еды. Стой. Два вагона. И вот сюда. Машину принимает? Да. Все. Машины. Ну давайте еще тогда два вагона сразу. Окей, все. Забыл. Вот такой паровозик будет здесь ездить. Да. Это давайте где-то сделаем больше вагонов. Ага, фиг там было. Ладно, пускай будет столько сколько. Ну вот, хотя бы линию запустили, ура. Несомненно, хорошо. И последняя остановочка, где цепляет он автомобиль. Все, он поехал. Ну вот, теперь у нас есть тепловозик, и давайте его как раз таки поставим. Да, все правильно. Давайте будем менять поезда. Локомотив. Apply, Upgrade, Select, Customize, Apply, Select, Customize, Apply. Ну это долго будет, по-моему. Не долго, у нас же тут мало поездов.
почти чуть-чуть осталось. Кастомайз. Что-то такое, что-то произошло. Upgrade Select. Да. Готово. Нет, ничего не произошло. 39 миллионов вот что произошло. Но все поезда, все локомотивы теперь одинаковые. Хорошо, отчасти дело. Вот сюда он торгует. Бенниланд. О, уже 10. Все на бок. Зато у нас теперь, смотрите, будет безостановочно туда-сюда летать. Быстрый, очень быстрый теплоз, это в принципе его плюс. Он быстро ездит. Теперь буду гонять. Оп, раз, туда, раз, обратно. Все. Быстрее любого паровоза. Хоть этот теплоз предназначен изначально для пассажиров. Он очень хорош на грузах тоже. Он скоростной, он быстрый. Видите, быстро ездит. Так, давайте его отцепим. И скорость почти не теряет. Повороты проходят легко и просто. Потому что поворотные тележки у него стоят. И, в общем-то, ничего ему трудного не составляет. Давайте пока что сделаем сохранение на всякий случай. Пока ничего не произошло такого. Вот, и, в принципе, тепловоз самый хороший в этой игре. Вот, две поворотные тележки на тепловозе стоят вот они, да? Но за счет них он дальше проводит все кривые. Почти без потери скорости. Ну-ка, сколько сейчас стоит автомобили? 42 тысячи, 43 тысячи. Мало. Ну, хотя тоже неплохо. Ну-ка, что у нас здесь по прибыли? Так. Она примерно одинаковая. В общем-то. Она примерно одинаковая. Кстати, походу на следующей неделе я закончу Sid Meier's Railroads. И в последнюю неделю августа. Нет. В последнюю неделю августа у меня начнется съемка этого Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Я сейчас думаю, как-то снять-то два вступительных трейлера или один. Потому что у меня установлен Rising Tide, да. Там другой вступительный трейлер. Тоже интересный, но и тоже красивый. Но как бы хочется и то вам показать. Не знаю, что делать, не знаю. Возможно, я даже на этой неделе сниму один ролик, который на Rising Tide, да? А на следующей неделе сниму второй ролик, который присутствует на обычном Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Чуть-чуть осталось, буквально 5 миллионов, 6 миллионов осталось, заметьте, да? Кажется, вот скупить бы его, да, вот в последние минуты хватает, не хватает денег. Последние минуты чуть-чуть остается. Кстати говоря, Виктор. Ну вот, выполнили ты только один.
на достижение. Одну победу сделали и все. Да, ты еще даже не отдал. Кстати, это топливо таким образом сжигается. У тепловозов. Или он просто горит. Не, вот смитнейдер, потому что сколько дыма там выделяется, видите? Дымовая завеса, короче, у нем. Что-то не так с переработкой топлива. Цены на уголь пошли вверх, это хорошо. Больше денег получим в определенный период. Кстати говоря, вот давайте затестируем. У кого какая прибыль? Но у него пока что больше, конечно же. Конечно, столько железки скупил. 15 поездов. Но тем не менее, у нас все новые. Дымилик тоже большой. Но того больше. Раз теперь принимает автомобили. Ну, значит, теперь будет Виньон сдаваться автомобили. Насчет автомобилей, да, давайте проверим. Ну, 50 вагонов, конечно же. Меньше всех. Нефть больше всего мы. Сталь, понятно. Пассажиры. Почта, еда. Мануфактура. Ну, мебельная, будем ее обзывать так. Ну, в общем, понятно. О! Нам 2 миллиона остается. Нам 2, буквально 2-3 миллиона остается, и все. Мы остаемся одни в бизнесе. Ура! Ура, ура, ура! Почти, совсем чуть-чуть осталось. Мы стали президентом, мы будем жить не хуже, чем президент Америки. Так, это хорошо. Давайте я покажу сохранить на всякий случай, да? Save game. USA 13. Окей, окей. Нам чуть-чуть осталось буквально. Нам осталось буквально 1 миллион. Один. Мы почти скупили конкурента. Одного единственного. Чуть-чуть осталось, буквально. Чуть-чуть. Давайте дотерпим до этого момента, скупим конкурента, и на сегодня и на этом финал будет этой карты Америки. Потом будет карта Америки с золотом. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Самую малость. Еще сохранение. Вот сюда. Окей, все. Самую малость осталось подкопить. Мерч! До свидания! Есть! Ура! Трейнс. Микадошник у нас есть, да, один? Селект. Вот такой вот пускай будет. Плай. Микадо. Грейт. Давайте заменим все поезда, и на этом будет все. Микадо. Грейт. Селект. Кастомайз. Play. 5 микадон, у него много поездов таких осталось. Паровозов, точнее, осталось. У него очень много паровозов остается. Еще оставалось. Play. Видите, насколько много у него, как много у него их осталось. Consolidation. Create. Select. Оп. Next skin. Great, Select, ну тут пускай будет синий, вот такого раскраса. Вот такого пускай раскраса будет даже. Сколько у тебя этих, блин, паровозов? Чувак, не круто. По-настоящему не круто. Play. На паровозах много ты не заработаешь. Хотя он много зарабатывал, согласитесь. Может, у него голова более умная, чем у меня. Что тоже вполне возможно.
потому что я не очень хорошо смыслю в этих, в этом всем развитии, да, это, в общем-то, скажу сразу, не мое. Хотя, в принципе, мое вот в этой игре, да, но... Сами видели, как я играю вяло в Try and Favor. Там надо тоже приспособиться к экономике, но тут же я более хорошо играю, в принципе. Так, проверяем последние поезда. Apply. Готово. Все. Ну вот, дорогие друзья, на этом все. Могу вас поздравить с тем, что мы скупили всех конкурентов. Установили рекорд. Спасибо большое за внимание. Сегодня будет еще серия по Sid Meier's Railroad. Всем удачи, всем пока.